Этот спектакль возвращает нас к времени, полному революционной романтики. Я ушел в Красную Армию в ноябре 18 года. Я был на фронтах польском, петлюровском, кавказском, внутреннем. И самое главное, что я запомнил, это то, с каким бешеным упорством, с какой ненавистью к врагу безграничной и беспредельной сражалась Красная Армия. Одна против всего белогвардейского мира. Я видел, как умирали мои друзья. Я слышал, как в предсмертном бреду они торопливо шептали, чтобы били мы белых и сегодня, и завтра, и до самой смерти. И что Петлюра убежит за Днепр. И что Колчака прогонят. И что нет такой силы, которая бы смогла сломать советскую власть. Ни сегодня, ни завтра шла гражданская война. Слово директору Калининского театра юного зрителя Валентину Григорьевичу Ткаченко. Так заканчивается спектакль «Комиссар» по произведениям Аркадия Гайдара, который недавно поставлен на сцене Калининского театра юного зрителя. Это один из трех спектаклей, который готовит наш театр к 50-летию Ленинского комсомола. Спектакль «Комиссар» адресован ребятам среднего школьного возраста, а для младших школьников пишет для нас специально пьесу под названием «Барабанщики вперед» московский драматург Александр Антокольский. К сожалению, нет пока в портфеле театра пьесы о нашем молодом современнике, о боевых комсомольских делах, пьесы для студенческой и рабочей молодежи. Но мы надеемся, что открытый конкурс, объявленный недавно обкомом комсомола и Калининским отделением Союза писателей, даст нам такую пьесу. Грешно, как говорится, упустить случай, и поэтому я обращаюсь ко всем драматургам и литераторам нашего края с просьбой принять участие в этом конкурсе.